Сегодня в программе ее вес при рождении был всего 500 грамм, но она выжила. Интервью с людьми, удочерившими абортированного ребенка. И еще диагноз врачей прозвучал как приговор. Кроме этого, ответы на вопросы телезрителей. Приветствуем вас! Вы в Доме живых историй. Меня зовут Николай Лазовский. Я Оксана Ратушная. Сегодня наш разговор о любви. Вы заметили, что мы говорим о любви практически каждый день. И чаще всего о любви между мужчиной и женщиной. Мы живем этим чувством, мы жаждем его. Для него нет возрастных ограничений. Как сказал поэт, любви все возрасты покорны. Молодые люди, к сожалению, редко задумываются, что плодом любви, естественно, становятся дети. К нам обратилась за советом юная телезрительница. «Мне 14 лет, я беременна, и родители не знают о моей беременности. Что делать?» Мы попросили архиепископа Переяслав-Хмельницкого, отца Митрофана, ответить на это письмо. Давайте послушаем. Я думаю, что если уж так случилось, если где-то было какое-то греховное падение, а всякие плотские связи до брака считаются греховными, то церковь в этом случае, конечно же, еще раз напоминает о том, что до брака ни в коем случае нельзя жить плотской жизнью. Тем более, но поскольку человек является существом слабым, и поэтому бывают и различные поползновения, различные падения. В данном случае то, что совершилось, уже совершилось. Я бы посоветовал, конечно, признаться родителям о том, в том, что совершилось, все-таки сохранить свое чадо, будущего ребенка, родить его. И что, как можно сказать, посоветовать для того, чтобы каким-то образом искупить этот грех, я думаю, что эта девочка должна все свои силы приложить к тому, чтобы дать достойное воспитание своему чаду и в будущем предостеречь свое чадо от тех ошибок, которые она совершила в своей молодости. Я думаю, это самый будет правильный выход. Но ни в коем случае не убивать младенца в чреве, потому что это смертельный грех, и этот грех будет постоянно давлеть на совести, будет постоянно напоминать о себе. И такие терзания душевные и духовные, какие могут сопровождать затем эту молодую девушку, будут для нее всегда источником и депрессии, и источником сомнений, источником какого-то отчаяния. Ну и, конечно же, это может и даже и в физическом плане стать причиной и ущерба какого-то и проблем для здоровья. Любовь дает жизнь, а не смерть. Она оберегает, хранит, защищает, жертвует собой. Вы сможете убедиться в этом, потому что сегодня вас ждут удивительные истории любви. А если вы захотите рассказать свою историю, напишите нам или позвоните. Звонить можно в любое время суток. Встретимся через минуту. Далее в программе. Сегодня она живет в любящей семье, но когда-то... Сделали искусственные роды, но плод остался жив. У каждого вопроса есть ответ. У каждой проблемы есть решение. Все зависит от направления нашего поиска. Хотите знать больше? Пишите и звоните. Наш адрес 123-423 Москва, Д-423, абонентский ящик 1, Дом живых историй. Телефон 8 800 299 88. Бесплатный по России. Марина Пьянкова родилась в Киевской области. Вышла замуж, родила дочь. Вторая беременность Марины, к сожалению, закончилась выкидышем. С этого момента у мужа появилось желание усыновить ребенка. Марина долго не соглашалась, опасаясь, что не сможет полюбить чужого малыша, каким бы он ни был. Однажды друзья из Америки попросили помочь им отыскать в больнице отказных детей с целью усыновления. Марина с мужем отправились в больницу.
Я хочу познакомить вас с Мариной и Евгением. Добро пожаловать, Марина, Женя. Добро пожаловать, Богданочка. Скажите, вы пришли в больницу, вы шли, исполняя просьбу друзей. Что произошло в больнице? В больнице нам начали рассказывать обо всех детях, которые там находятся. И когда нам говорили о историю каждого ребеночка, чуть-чуть приостановились на истории Богданы. Но как бы таким образом негативно сказал, что этот ребенок вам не подойдет, там много патологий и так далее. Но мы попросили, чтобы нам рассказали именно об этом ребенке. И нам сказали, что молодая девушка пришла прервать беременность. Сделать аборт. Да, 5,5 месяцев срок был. И сделали искусственные роды, но плод остался жив. А ребенок должен был умереть по всем показателям? Судя по вообще по таким случаям, то да. Вот это очень редком случае. Ну, каким-то чудом девочка осталась жива. Чудом просто завезли новое американское оборудование в Бойерку, в больницу. Ребенка отправили туда, и ребенок остался жив. Вот. Такая история произошла. И очень интересно, что в этот момент, я-то давно уже мечтал о том, чтобы взять ребенка и не одного, а я почувствовал, что именно я хочу увидеть этого ребенка. Вы попросили, чтобы вам показали, да, девочку. И какое впечатление она произвела на вас? Ребенку было годы 7 или годы 8 тогда, когда первый раз мы ее увидели. Она едва могла стоять, держась за быльца кроватки, вот эти вот за прутья. И никак, вообще нам объяснили врачи, что она никак не реагирует вообще. У нее не существует, как бы она не смеется, не, там, нет эмоций, как бы, не проявляется эмоций. Но когда ее принесли нам первый раз, в руки дали, то врач, ее лечащий врач, который ведет, она была очень удивлена. Потому что когда девочку я взял на руки, она улыбнулась. И она говорит, я впервые вижу, чтобы она кому-то улыбалась. Мариночка, а какое твое было вот первое восприятие этого ребенка? Когда я услышала ее историю, в сердце у меня, вот, сердце мое проговорило, что это будет именно тот ребенок, который будет у нас. Но когда я ее увидела, как бы, ну, какие-то другие чувства подсказывали, что нет, ну, как бы этот ребенок бесперспективный, она некрасивая, она, ну, в общем, блеклая. Вот. Сердце подсказывало, что это тот ребенок, а вот обычные человеческие чувства говорили, что нет, ну, зачем он тебе нужен. Вот. И пошли смотреть девочку, ту, о которой нам говорили еще раньше, что есть один ребенок, вот одна из девочек, которые вот там вот были, она нормальная, здоровая, симпатичная, пухленькая. Я на нее посмотрела, мне так не понравилось вот в тот момент. Просто вот Бог, видно, просто закрыл как бы ее красоту для меня. Вот. А взгляд остановился на обычном мальчике новорожденном, там месяц ему был. Думала, вот, наверное, все-таки вот мальчик это будет. И тогда хорошо. Каким образом вы все-таки приняли решение Богданочку взять? Я задал жене вопрос сразу в больнице, что она думает о Богдане, но она как раз мне сказала, что ей больше понравился там маленький мальчик. Ну и ровно неделю я сказал сам себе, я не буду задавать ей ни одного вопроса. И через неделю я дома спрашиваю, не думала ли ты об этой девочке? И она говорит, ты знаешь, я всю неделю думаю о ней. И вот я действительно думала о ней целую неделю. И вот внутри Бог мне показывал, что это будет абсолютно нормальный ребенок, что она такая, потому что она в таких условиях просто находится, и она не может как-то развиваться, потому что она не видит, как это надо делать. И только Бог может дать вот такую вот любовь, только Бог, вот такое сострадание и веру вот в сверхъестественное, в то, что оно наступит, то, чего мы сейчас не видим. Я вот слушала вас и думала, вот как вы как вы вообще сражались за эту девочку? Вот мы видим здорового ребеночка, хорошего. Трудно ли вам удалось вообще оформление документов? Вот ваши шаги дальнейшие трудно дались? Достаточно трудно. Ну, первое, что мы столкнулись с непониманием в администрации определенной степени, как район, ну, города, так и больницы. Но, скажем так, мы запаслись терпением. Там, говорили все, что угодно. Там,
что вас обвиняют. Да, хотят взять этого ребенка там из-за денег каких-то непонятных для нас. Там. Ну, в общем, были проблемы, у него не было документов. Это вообще удивительно. Вот была такая ситуация, что даже нас обвинили в том, что мы не посещаем ребенка, что нас там никто не видит. Хотя моя жена практически каждый день бывала в больнице. Вот. То есть вас просто оклеветали? Да, была такая же ситуация. Ну, на сегодняшний день Бог просто все меняет. Наши отношения изменились и с администрацией больницы, и с службой по делам несовершеннолетних, и с комиссией в городе. То есть все изменилось. Уже ваша дочь? Нет, мы официально имеем статус приемной семьи, и мы планируем еще брать детей, и планируем развивать вообще это направление. Мы как бы хотим дальше оказывать помощь тем семьям, которые тоже хотят стать приемными семьями, и вплоть до того, что строить дома семейного, для детские дома семейного типа. Вот как все повернулось. Вот что Богданочка наделала. Слава Богу. Я желаю вам, чтобы все ваши планы, все ваши мечты осуществились. Я восхищаюсь вами и такими людьми, которые принимают детей в свою семью. Спасибо вам огромное за участие в программе. Любовь, движимая состраданием, она не боится. Она сама изгоняет страх и неуверенность в будущем и способна спасти мир от гибели. Друзья, мы встретимся через минуту и продолжим наш разговор о любви. Далее в программе «История воскресшей любви». У нас в семье уже отношения пришли до критических. Человек рожден для счастья. Поэтому у каждого есть шанс сделать свою жизнь радостной и счастливой. Как? Звоните, пишите, чтобы узнать больше. Наш адрес 123-423 Москва, Д-423, абонентский ящик 1, Дом живых историй. Телефон 8 800 299 88, бесплатный по России. Семья, историю которой мы хотим вам показать, пережила сильнейшие потрясения. Пьянство, измены. Дело почти дошло до развода. И все это происходило на глазах у детей. Но сегодня дети гордятся своими родителями. Давайте посмотрим эту живую историю. Весь год после свадьбы Людмила и Анатолий с нетерпением ждали наступления беременности. Заключение врачей «бесплодие» прозвучало для них как приговор. Первая мысль, которая разбила мое сердце, это было то, что я буду яловкой. Так называют людей в народе, которые не имеют детей. Естественно, это глубоко отразилось в моем сердце. Я поняла, что без детей я как женщина просто не состоюсь. Возвращаясь из поликлиники домой, Людмила в отчаянии стала взывать к Богу и просить дать ей ребенка. В результате моей молитвы Господь ответил на нее, и через 9 месяцев родилась девочка. Врачи утверждали, что эта беременность была случайной, и согласно результатам обследования, Людмила больше никогда не забеременеет. Но также случайно в течение нескольких лет один за другим у Людмилы родились еще 4 прекрасных малышей. У меня теперь 5 детей, и я поняла, что есть что-то высшее, есть какая-то сила. Я не знала, Бог это или нет, но я знала, что кто-то мною руководит. Анатолий вскоре стал злоупотреблять алкоголем, поэтому вся ответственность за детей легла на плечи Людмилы. Папа много пил, он постоянно был пьяный. Главой семьи у нас всегда была мама. И поэтому, если возникал какой-то вопрос, то мы всегда подходили к маме за советом. В один из вечеров я вернулась домой, и я застала своего мужа женщиной. И я оказалась перед фактом измены своей жизни. И я стояла и смотрела на эту картину 5 минут. Во мне все кипело. Мне хотелось их растерзать. Людмила пыталась залить горе водкой, завела любовника, но ничем так и не смогла заглушить боль от нанесенной обиды. Мне было стыдно перед детьми, мне было стыдно перед самой собой. Я просто деградировала как личность. И у нас в семье уже отношения пришли до критических. Родители были вместе только в тех случаях, если они дрались, например, или пили водку вместе. То есть, когда ссорились, вот это они всегда были вместе. А так все время они были отдельно. Я поняла, что жизнь моя бессмысленна, она не состоялась, и я никому не нужна. И я оказалась в безвыходной ситуации, я не находила выхода, мне не хотелось жить.
Не в силах что-либо изменить, Людмила стала молиться Богу, а однажды согласилась вместе с сестрой пойти в церковь. Во время молитвы, когда пастор сказал «закройте глаза», я закрыла глаза и ощутила, что ко мне какое-то чувство приблизилось. Я видела себя как бы со стороны, слезы умиления текли из моих глаз. И когда пастор позвал на покаяние, я побежала сразу же к сцене. Я была первой возле сцены. И я поняла, что все, что со мной происходило, это было прикосновение ко мне Духа Святого. И тут же я получила облегчение. Я почувствовала, как мне легко, как мне хочется жить. Радость наполнила меня. После покаяния в жизни Людмилы начались чудесные перемены. Я сразу же перестала курить. Бог вложил в мое сердце отвращение. Даже сам запах табака я не переношу. Я приняла решение покориться мужу. Я приняла решение перестать быть генералом в юбке. И я стала учить своих детей, как уважать отца. И согласно тому слову, которое Бог мне сказал, что я должна просто замолчать, я должна иметь кроткий, смиренный, молчаливый дух. Я хотела ругаться, но мне этого не получалось. Господь просто закрывал мои уста. Я стала благословлять своего мужа, я стала учить этому детей. Людмила разорвала отношения с любовником и все свои усилия направила на восстановление семьи. По ее молитвам исцелилась дочь, у которой после тяжелой болезни пропал слух. Моя дочь стала слышать, и это меня поразило, и я, значит, поверил, что Бог действительно, Он живой, и Он действует в жизни каждого человека и отвечает на молитвы. Бог не только восстановил разрушенные супружеские отношения, но и исцелил ту любовь, которая была между Людмилой и Анатолием в молодости. Мы раньше были отдельные берега, а теперь мы стали одно целое. Вы знаете, я очень люблю своего мужа. Мы не можем друг без друга. Мы вместе служим. И если в народе говорят, что медовый месяц – это только месяц, то в Господе этот медовый месяц, он длится целую жизнь. Несмотря на их возраст, они ведут себя как будто подростки. То есть это первая любовь, которая у них была. Она сейчас возрождается, с каждым днем она все больше и больше становится. То есть я, например, такого я ни в какой семье еще не видела. Я очень счастлива за моих родителей, за всю мою семью. Коля, ты обратил внимание, как постепенно Господь восстанавливал все сферы жизни этой семьи, начиная от исцеления этой женщины. Я обратил внимание на то, как внимательно дети относятся к нашим взаимоотношениям, взаимоотношениям отца и матери, и как они ценят, и как они радуются, когда эти взаимоотношения очень хорошие. И как это влияет, когда это исцеление происходит, эти взаимоотношения, как это отражается на детях наших. Да. Оказывается, любовь не умирает. А может быть, есть тот, кто способен ее воскресить? Мне понравилось, как Люда сказала про медовый месяц, который длится целую жизнь. Библия говорит нам в первом послании апостола Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Примите Бога в свое сердце, чтобы вы могли ходить в любви. Давайте вместе молиться. Вы можете повторять за мной. Дорогой мой Небесный Отец, я прихожу к Тебе в молитве во имя Иисуса Христа. Я открываю пред Тобой свое сердце и исповедую пред Тобой все свои грехи. Господь, я жил неправильно, но сейчас я хочу внутренне измениться, как Ты есть любовь. И я хочу, чтобы моя жизнь была сплошной любовью, чтобы я мог любить родных, чтобы я мог любить близких, чтобы я мог любить даже врагов, как Ты любишь всех людей на этой земле. Спасибо Тебе, Бог, что Ты наполняешь мое сердце этой любовью, что Ты даешь мне прощение. Я благодарю Тебя. Я люблю Тебя, я признаю Тебя своим Богом. Спасибо Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Пусть Божья любовь переполнит до краев ваше сердце и течет живительной рекой на помощь тем, кто нуждается в любви. А мы прощаемся до следующей встречи в Доме живых историй и оставляем вас с библейским стихом. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –